Православный календарь на июнь. 2 июня. Вознесение Господне. Третье июня. Равнопостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. 5 июня. Преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой. 6 июня. Блаженной Ксении Петербургской. 7 июня. Третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. 11 июня. Троицкая родительская суббота. 12 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. 13 июня. День Святого Духа. 14 июня. Праведного Иоанна Кронштадтского. 20 июня. Начало Петрова поста. 24 июня. Апостолов Варфоломея и Варнавы. 26 июня. Всех святых в земле российской просиявших. 29 июня. Перенесение мощей святителя Феофана, затворника Вышинского.